Здравствуйте! Город Юсуфили, расположенный на северо-востоке Турции, квартал за кварталом уходит под воду, сообщает Эхабер. По данным Википедии, в этом городе проживало почти 20 тысяч человек. Теперь жителям приходится покидать свои дома, прощаясь как с ними, так и с историей своей жизни в этом городе. Юсуфили, расположенный на берегу реки Чура, в скором времени целиком окажется под водой из-за плотины, которая была введена в строй 2 года назад. Вода в хранилище начала накапливаться в ноябре прошлого года. Строительство плотины было начато в 2013 году. Ее высота составляет 275 метров. Она стала 5-й по высоте в мире. Будущее ГЭС Юсуфбили позволит ежегодно получать 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Но плотина спровоцировала затопление, и под водой уже находится около 5000 домов, 270 предприятий и 4000 гектар сельскохозяйственных угодий. В связи с этим 7500 жителей Юсуфили были перемещены на новое и более высокое место дальнейшего проживания. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также вы можете поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!